Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале «Студия вкуса». По моей реабилитации врач мне сказал, что мне нужно отдохнуть от лечения, отдохнуть от уколов, отдохнуть от таблеток, попить только витамины группы В пока что, ну и назначил грязи лечения. Так что вот я сейчас иду после кинезии и пойду записываться на грязи. Ну и вот выдалась минутка, решила присесть на скамеечку и с вами поболтать. Прежде всего хочу вам сказать по поводу моего последнего видео. Это было видео о букете из шоколадных роз. Это моя первая работа. До этого я букета не делала. Но вот я купила молды, и как раз мне девушка заказала два букета на День Учителя. Делала я эти два букета 4 дня, потому что у меня всего лишь был один молд на 10 розочек. 4 дня я темперировала шоколад, заливала молды и снимала вам видео. И 3 дня у меня ушло на обработку этого видео, пока я там все кусочки обработала, подставила, вставила, пока нашла музыку, как я думала, хорошую, и не заблочат меня с этой музыкой, потому что вроде бы как классическая там и без слов можно было, ну вот что-то пошло не так. Вот. Ну, все мои труды не напрасны, я просто это видео немножко переделаю и закачаю его уже в новом формате. Еще подумаю, как мне это сделать, потому что хочется это видео оставить для вас. Но немножко переделаю, поэтому у меня будет к вам такая просьба, что еще раз, девчонки, ну, видели вы это видео, еще раз, пожалуйста, зайдите, посмотрите, поставьте лайки и так далее. Вот. Вот это моя такая просьба сегодня. Плюс еще хочу поговорить о наших других с вами видео, о постеле, то есть о чем, в принципе, основная тема моего канала. Что я хочу сказать по этому поводу? Девочки, это не обучающий курс, это не обучающая платформа. Эти видео... Канал задумывался как о моей жизни, да, вот что я делаю, то я вам и показываю. Вот сегодня я делаю пастилу, я вам показываю. Сегодня делаю шоколад, я вам показываю об этом. Ни в коем случае не обучаю, ни в коем случае как бы не говорю, что делайте вот так и только так, да. Я просто делаю то, что мне надо делать, и это я вам показываю. Мне очень нравится, что девчонки очень хорошо на это реагируют. Они берут за основы мои какие-то рецепты и делают свои. И это классно и здорово. У меня очень много девочек, которые говорят, мы вот попробовали, но мы добавили вот то-то, то-то. Также делятся своими рецептами. Говорят, а я вот сделала такую пастилу. И очень вкусный рецепт. Я знаете, что подумала? Что, может быть, даже я буду выпускать какие-то видео на основе ваших рецептов и буду делать по вашим рецептам, да, и показывать другим. То есть мне очень нравится, что другие зрители могут почитать ваши комментарии и увидеть ваши рецепты, и пользоваться вашими рецептами тоже. Ну вот, может быть, сделаем такую рубрику по вашим рецептам, и будем снимать такие видео, именно ваши рецепты, да. Ну вот некоторые мне там пишут, почитай, посмотри, что-то не так, что-то не так. Девчонки, ну вот это я так делаю, да? Вы делаете по-своему, как вам нравится. Там кто-то мне писал, что да почему из ягод тоже можно. Да, конечно, можно. Я же не говорю, что нельзя. Можно, из слив, пожалуйста, из персика. Но вот из каких-то ягод других, вот у меня нет сада. У меня нет сада. Я все покупаю. В моем регионе даже в сезон клубники она стоила минимум 350 рублей за килограмм. Это минимум. Даже бабушки у нас вот на пятачках продают ягоды очень дорогие. Там 150-200 рублей стаканчик. То есть килограмм это вообще 600 рублей получается. Даже не 400, а 600 рублей. Может быть, я зимой найду какую-то замороженную там, да, по 300-400 рублей. Но вот представьте, я по 600 рублей куплю ягоду и только одну ягоду забабахаю в эту пастилу. Но кто у меня ее купит?
У меня и так как бы недешевая пастила. Вот. Вы лучше напишите, как вы это делаете. И всем будет счастье. Всем, все почитают, всем понравится, и все. И я порадуюсь вместе с вами, понимаете? У нас жизнь и так... в нашей жизни не так много положительных эмоций. И зачем нам отвлекаться на что-то негативное, да? Надо уметь радоваться за других. Уметь... приносить людям свою радость. Жизнь коротка, и нам нужны положительные эмоции. Вы же можете написать: ой, вы знаете, а я вот делаю пастилу из одних ягод, и у меня она такая замечательная получается. И рецепт киньте девчонкам, пускай делают. Я же не говорю, потому что у многих, действительно, у многих сады, и они в своих садах очень много выращивают урожая. И им куда-то этот урожай девать надо. И почему... Они вполне могут это делать и без яблок, там, да, и с одними ягодами, и с овощами. У меня вот девчонки пишут, с овощами делают пастилу, замечательная пастила. И мы попробуем ее с вами. Вот, очень пастила красивая получается с соком, соком моркови, соком свеклы. Но вот у меня, к сожалению, нет соковыжималки. Я вот не могу это сделать, да, пока не представляю, как выжать максимально сок из протертых таких твердых овощей. Без соковыжималки, да, чтобы максимально все забрать. Но вот, а у кого есть, пожалуйста, делайте по-своему. И девчонки делают, пишут мне, и я очень рада. И вот все-таки, наверное, мы с вами ведем такую рубрику. Я по вашим рецептам что-нибудь приготовлю. Вот. А вообще просто вот у меня на самом деле не так много времени. Вот я пока еще не вышла на работу после операции, но у меня каждый день реабилитация. Вот сейчас еще на грязи пойду, потом я поеду на реабилитацию в санаторий. Но это не санаторий, это реабилитационный центр. Каждый день хожу еще то туда, то сюда, в больницы в разных местах, и я как на работе прихожу к вечеру уже домой. Вот, у меня дома дела, заказы, видите, иногда идут, и я просто делаю свою работу, и это вам показываю. Я не учу вас, я вас не обучаю, я не говорю, делайте так, 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 и вот только так. Все делают по-своему, и меня это радует. Я вот тоже смотрю девчонок, которые занимаются пастилой, и бывает тоже, что-то меня смущает. Но я же не бегу, не пишу им, да, что ты тут всем показываешь, и ерунду какую-то, да. У них много подписчиков, все их любят и радуются. Как вот у меня девчонки тоже. Ой, спасибо, Лена. Я вам благодарна, девочки, правда. Вот так и там любят девчонок и смотрят их канал. У всех что-то интересное, у всех что-то новое, у кого-то какие-то изюминки свои. Вот. Поэтому все нормально, девчонки. Все делают пастилу по-разному. Поэтому вот немножко об этом хотела с вами поговорить. Что у меня выйдет еще одно похожее видео про букеты. Я его просто немножко изменю. И что хочу вести рубрику по вашим рецептам. Я думаю, вам тоже будет интересно. Вот. Ну, а я пошла дальше. Сегодня у меня запись на грязелечение. Вот. Увидимся с вами в следующий раз. До новых встреч. Хорошего вам дня.